Ибо от вас пронеслось слово Господне не только в Македонии и Ахаии, но и во всяком месте прошла слава о вере вашей в Бога. Так что нам ни о чем не нужно рассказывать, ибо сами они сказывают о нас, какой вход имели мы к вам, и как вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному, и ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева. Первое послание к Солунинам, глава 1, стихи с 8 по 10. Как благовонная мира не удерживает благоухание в себе самом, но разливает его далеко и, растворяя им воздух, услаждает чувства близстоящих, так точно благородные и досточтимые мужи не могут скрыть своих доблестей в себе самих. Но через распространяющуюся о них славу многим приносят пользу, делая их лучшими. То же самое совершилось и тогда с фессалоникийцами. Поэтому апостол и сказал: «Вы стали образцом для всех верующих в Македонии и Ахаии, ибо от вас пронеслось слово Господне не только в Македонии и Ахаии, но и во всяком месте прошла слава о вере вашей в Бога». Первое послание к Солунинам, глава 1, стихи 7 и 8. «Вы, — говорит, — представили собой поучительный пример для всех живущих близ вас и исполнили удивление всю вселенную». Слова «во всяком месте» такой именно имеют смысл. И не сказал он: «распространилась вера ваша», но «пронеслось», внушая тем, что подобно тому, как глаз звучащей трубы наполняет все окрестные места, так и слава о вашей доблести, громкая, точно звук трубный, наполнила всю вселенную и повсюду до всех достигла с равную силою. Великие деяния там, где они совершаются, громогласно бывают прославлены, а в отдалении, хотя и прославляются, но не так, но с вами иначе. Слава о вас с одинаковую силою разнеслась по всей земле. И пусть никто не думает, что в этих словах есть преувеличение. Народ этот, народ македонский, был знаменит еще до пришествия Христова и повсюду славился более римлян. Сами римляне тем знамениты, что покорили его. То, что совершил царь македонский, выше всякого слова. Выступив в поход из незначительного государства, он овладел всею вселенную. Вот почему пророк его видит под образом летучего барса, изображая этим скорость, силу, пылкость и ту быстроту, с которой он промчался через всю вселенную со своими трофеями и победою. Говорят, что он, услышав от некоего философа о существовании бесчисленного множества миров, горько жалел, что, несмотря на их бесчисленность, он не завоевал даже и одного. Так он был предприимчив и велик душою, и так был славен по всей земле. Но со славою царя соединялась и слава народа, ведь Александра называли македонянином. Поэтому вместе со славою о нем самом естественно распространялась повсюду слава и о событиях его царства, так как ничто знаменитое не может оставаться в неизвестности. Итак, деяния македонян были не менее славны, как и деяния римлян. «Во всяком месте, — говорит, — прошла слава о вере вашей в Бога». Смотри, что он говорит как бы о чем-то одушевленном, употребляя слово «прошла». И этот образ выражения внушен, конечно, силою их веры.
Потом, желая показать, что они точно обнаружили веру крепкую и действенную, прибавляет далее: «Так что нам ни о чем не нужно рассказывать, ибо сами они сказывают о нас, какой вход имели мы к вам». То есть нигде не ждут услышать наше повествование о вас, но люди, не посещавшие вас и не видевшие ничего, предваряют своими рассказами о вас тех, которые у вас были и видели ваши подвиги. Так всюду, по слухам, сделалась известную ваша вера. Итак, нам нет надобности рассказывать о ваших делах для возбуждения в других подобного же соревнования. Потому что о чем надлежало бы слышать от нас, о том они, предупреждая нас, рассказывают сами. Хотя при таких случаях в людях часто действует зависть, но ваше превосходство победило и ее. Они сделались провозвестниками ваших подвигов. Несмотря на то, что они и отстали от вас, они все-таки не молчат, но даже прежде других рассказывают о вас. Если же так поступают они, то нельзя не доверять нашим словам. Что значит «какой вход имели мы к вам»? То, что он был соединен с опасностями, с тысячею смертей. И однако ничто вас не возмутило, напротив, вы обращались с нами так, как будто бы ничего не случилось. Вы приняли нас после этого так, как будто не претерпели никакого зла, а насладились бесчисленными благами. Упоминаемый здесь вход был вторичный. Именно апостол и его спутники отправились из Фессалоники в Верию, и, будучи преследуемы и впоследствии пришедши опять к фессалоникийцам, так были приняты ими, что и сами фессалоникийцы были почтены апостолами, так что эти последние готовы были положить за них свою душу. Следовательно, значение выражения «какой вход имели мы к вам» обоюдно. Оно содержит в себе похвалу и апостолу с его спутниками, и фессалоникийцам. Но апостол обратил его в похвалу фессалоникийцев. «Как, — говорит он, — вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному. То есть вы обратились весьма легко, с большой готовностью и не чувствовали нужды в особенном усилии для того, чтобы решиться служить Богу живому и истинному». К этому апостол присоединил и увещание, делая через это свою речь менее тяжелой. «И ожидать, — говорит, — с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева». «И ожидать с небес Сына Его, того, который был распят, который был погребен». Поэтому, поясняя сказанное, он прибавляет: «которого он воскресил из мертвых». Видишь, все вместе, и воскресение, и вознесение, и второе пришествие, суд, воздаяние праведным и наказание злых. Иисуса, говорит, избавляющего нас от грядущего гнева. Здесь и ободрение, и утешение, и наставление для них. Если Бог воскресил его из мертвых, если он на небесах и придет оттуда, а вы уверовали, что это действительно так, потому что, не уверовав, вы не перенесли бы таких страданий, то в этом заключается уже достаточное ободрение. А если еще и гонители непременно будут наказаны, о чем говорит апостол и во втором послании, второе послание к Солунинам, глава 1, стихи 8 и 9, то вы имеете и другое, тоже немалое ободрение. С другой стороны, он сказал об ожидании Сына Его с небес и для того,
чтобы показать, что бедствие налицо, а благо в будущем, когда Христос придет с небес. Смотри же, сколько надобно иметь надежды. Надейся, что распятый воскрес, что он вознесся на небеса, что придет судить живых и мертвых. Вы сами знаете, братья, о нашем входе к вам, что он был не бездейственный, но прежде пострадав и быв поруганы в Филиппах, как вы знаете, мы дерзнули в Боге нашем проповедать вам благовестие Божие с великим подвигом. Первое послание к Солунинам, глава 2, стихи 1 и 2. Велики и ваши подвиги, но и мы нечеловеческое проповедовали слово. Здесь апостол хочет выразить то, что и выше говорил, именно что свойства проповеди обнаруживаются с обеих сторон, как со стороны чудес и решимости проповедников, так и со стороны ревности и усердия принимающих. «Вы сами знаете, братья, — говорит, — о нашем входе к вам, что он был не бездейственный, то есть необыкновенный, не случайный. Едва избавившись от великих опасностей, от смертей, от поражений, мы тотчас же впали в новые опасности. Но прежде пострадав, — говорит, — и быв поруганы в Филиппах, как вы знаете, мы дерзнули в Боге нашем проповедать. Видишь ли, как опять все приписывает Богу. Проповедать вам благовестие Божие с великим подвигом. Нельзя, — говорит, — сказать, чтобы там мы подвергались опасностям, а здесь нет. Знаете и вы, какова эта опасность и каков нужен был подвиг быть у вас. Апостол говорит это и коринфянам в послании к ним. «И был я у вас в немощи и в страхе, и в великом трепете» — первое послание к коринфянам, глава 2, стих 3. «Ибо в учении нашем нет ни заблуждения, ни нечистых побуждений, ни лукавства. Но как Бог удостоил нас того, чтобы верить нам благовестие, так мы и говорим, угождая не человеком, но Богу, испытующему сердца наши». Стихи 3 и 4. Видишь ли, что, как я уже сказал, от твердости проповедников заимствуется доказательство божественности их проповеди. Если бы, значит, проповедь наша была не такова, если бы она была обманом, то мы не подвергли бы себя таким бедствиям, которые не дают нам и вздохнуть свободно. Что же из этого следует? Если бы нас не одушевляло нечто, ожидаемое в будущем, если бы мы не уверены были, что надежда наша несомненна, то мы не оставались бы столь бодрыми среди страданий. В самом деле, кто решился бы ради здешних благ потерпеть столько бедствий и проводить жизнь страдальческую и полную опасностей? Да и кого бы убедил такой проповедник? Недостаточно ли было бы для устрашения учеников одного того, что они видели бы учителей своих постоянно в опасностях? Но с вами не случилось этого. Ибо в учении нашем нет ни заблуждения, ни нечистых побуждений, ни лукавства. Дело наше, говорит, не обман, не обольщение, в которое бы мы вдались, не из рода дел темных, каковы дела чародеев и волшебников, это выражается словом «от нечистых побуждений», не злонамеренное, не мятежническое какое-нибудь, как дело Февды, но как Бог удостоил нас того, чтобы верить нам благовестие, так мы и говорим, угождая не человеком, но Богу, испытующему сердца наши. Видишь ли, что это не тщеславие, но Богу, говорит, испытующему сердца наши. Мы ничего, говорит, не делаем из угождения людям,
Да и для чего мы стали бы делать что-нибудь такое? Похвалив таким образом самих себя в словах «не потому, чтобы мы хотели угождать людям или домогались от людей чести», апостол продолжает. «Но как Бог удостоил нас того, чтобы верить нам благовестие. Если бы Бог не знал, как бы так говорит он, что мы совершенно отреклись от всего житейского, то не избрал бы нас. Как Он искусил нас, такими мы и остаемся. Испытующему, говорит, сердца наши. То есть Бог искусил нас и вверил нам благовествование. Итак, как оказались мы пред Богом безукоризненными, такими и остаемся. Доказательством подобного достоинства нашего служит то, что нам вверено благовествование. Если бы в нас было что-нибудь дурное, то Бог не искусил бы нас. Слово же «искусил» употреблено здесь в смысле «нашел стоящими доверия» и «вверил», а не в смысле «испробовал», потому что мы только действуем вследствие испытания, а Бог не имеет нужды в испытывании. Таким образом, мы говорим так, как свойственно искушенным от Бога и признанным достойными благовествования. И говорим, угождая не человеком, то есть не ради вас все это делаем. Так как Он пред этим похвалил их, то, чтобы не навлечь на свои слова подозрения, продолжает: «Ибо никогда не было у нас пред вами ни слов ласкательства, как вы знаете, ни видов корысти. Бог свидетель. Не ищем славы человеческой ни от вас, ни от других. Мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы», стихи с 5 по 7. «Никогда не было, — говорит, — у нас пред вами слов ласкательства». То есть мы не льстили, как это делают обманщики, люди, ищущие корысти или власти. Нельзя сказать, что мы льстили, чтобы достигнуть власти, или что мы решились на это для денег. В свидетели этого, хотя это было очевидно, он призывает, наконец, их самих. «Льстили ли мы, — говорит, — вы знаете». В свидетели же того, что было неочевидно, то есть проповедовал ли он ради любостяжания, призывает самого Бога. «Не ищем славы человеческой ни от вас, ни от других. Мы могли бы явиться с важностью, как апостолы Христовы, то есть не требуя почестей, не тщеславясь, и не окружая себя копьеносцами, хотя если бы мы и делали это, не сделали бы ничего странного. Если посланники царя пользуются честью, тем более можно нам. И не сказал мы терпели бесчестие или не пользовались честью, что значило бы упрекать фессалоникийцев, но мы не искали. Итак, если мы не искали славы, хотя и можно было искать, и самая проповедь того требовала, то каким образом мы делаем что-нибудь для славы? Между тем, если бы мы и искали, то и того нельзя было бы поставить нам в вину, потому что тем, которые посланы к людям от Бога, по всей справедливости надлежит, как явившимся ныне с неба вестникам, пользоваться большой честью. И, несмотря на все это, мы не делаем ничего подобного, чтобы заградить уста противников. И нельзя сказать, будто мы с вами поступали так, а с другими иначе. В самом деле апостол тоже говорил и в послании к Коринфянам: «Вы терпите, когда кто вас порабощает, когда кто объедает, когда кто обирает, когда кто превозносится, когда кто бьет вас в лицо». Второе послание к Коринфянам, глава 11, стих 20. И еще:
в личном присутствии слаб, и речь его незначительна. Второе послание к Коринфянам, глава 10, стих 10. И еще простите мне такую вину. Второе послание к Коринфянам, глава 12, стих 13. Таким образом, и там показывает, что он был весьма смиренным, потому что перенес много бедствий. А здесь говорит и о деньгах. Мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы, но были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими. Так мы, из усердия к вам, восхотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны. Стихи 7 и 8. Но были, говорит, тихи, то есть мы не обнаружили ни грубости, ни притеснения, ни высокомерия, ни хвастовства. А слова «среди вас» означают то же, как если бы кто сказал: «Мы такие же, как и вы, и не получили никакого высшего жребия». Как кормилица, говорит, нежно обходится с детьми своими. Таким должно быть учителю. Льстит ли кормилица дитяти, чтобы заслужить у него славу? Ищет ли она денег от малюток? Бывает ли высокомерна с ними и сурова, напротив? Не бывает ли она нежнее самих матерей? Здесь апостол обнаруживает в себе нежную любовь. Так говорит: из усердия к вам, то есть усердствуя к вам. Мы, говорит, преданы вам до такой степени, что не только ничего не берем от вас, но если бы нужно было, не отказались бы отдать вам и свои души. Итак, человеческий ли это расчет, скажи мне? Но кто будет столь безрассуден, чтобы сказать это? «Восхотели передать, — говорит, — вам не только благовестие Божие, но и души наши». Последнее, следовательно, труднее первого. А что больше приносит пользы? От благовествования действительная польза для них, но предать душу — подвиг больший по своей трудности. В самом деле, не все равно проповедовать только и отдать душу. Первое само по себе досточтимее, последнее гораздо труднее. Мы готовы были, говорит, если бы это было нужно, и души свои истощить для вас. Так как апостол и прежде хвалил, и теперь хвалит фессалоникийцев, то и говорит поэтому: мы делаем это не для выпрашивания денег, не из лести, не для снискания у вас славы. Обрати, однако, внимание, так как фессалоникийцы оказали много подвигов, и их следовало безмерно хвалить и им удивляться, чтобы они явили себя еще более непреклонными, то похвала такого рода могла показаться подозрительной. Поэтому, устраняя всякое подозрение, он говорит о своих бедствиях. С другой стороны, опасаясь, чтобы не подумали, что он говорит о бедствиях с целью показать, как он трудился для них и какую, следовательно, честью должен у них пользоваться, он, сказав о бедствиях, прибавил: «Потому что вы стали нам любезны», показывая таким образом, что мы даже охотно отдали бы вам свои души, потому что были вам совершенно преданы. Итак, благовествование мы возвещаем вам потому, что Бог повелел нам это. Но со своей стороны мы вас столько любим, что если бы нужно было, отдали бы вам даже свои души. Так-то должен любить истинно любящий. Он не откажет даже в своей душе, если бы у него потребовали ее, и если бы это было возможно. Сегодня мы читаем 11 главу, начиная с 37 стиха. Итак, когда он говорил это,
то есть говорил об том свете, который обещан святым, если они будут очищать свое сердце, свой ум, свое зрение духовное. После этого один фарисей просил его к себе обедать. Он пришел и возлег. Фарисей же удивился, увидев, что он не умыл рук перед обедом. Но Господь сказал ему: «Ныне вы, фарисеи, внешность чаши и блюда очищаете, а внутренность ваша исполнена хищения и лукавства. Неразумные, не тот ли кто сотворил внешнее, сотворил внутреннее? Подавайте лучше милостыню из того, что у вас есть. Тогда все будет у вас чисто». Так, но горе вам, фарисеи, что даете десятину смятой руты и всяких овощей, и не родите о судьбе и любви Божией. Сие надлежало делать, и того не оставлять. Так, Господь входит к фарисею и не совершает ритуально моление рук. Это речь не о какой-то гигиенической процедуре, да? Дело, что фарисеи считали, что человек, который пообщался с язычниками, он ритуально осквернился. Собственно, вопрос спорит действительно не об физической чистоте, а о том, что считалось, что общение с внешним миром, оно оскверняет чистых людей. Фарисеи, собственно говоря, означали себя чистыми, да, себя называли. Чистыми, отделенными, там, святыми, праведными. Вот, и считалось, что они, их общение с обычным миром, он их якобы пачкает. Вот и сейчас есть такие люди, которые считают, что, например, нельзя общаться там с иноверцами, чтобы не испачкаться. Вот, у меня знакомые есть старообрядцы, которые принципиально, когда приглашают кого-то себе в гости, они гостям предлагают вот, вот таких вот блюдок. По понятной причине, да? На разной посуде, да, чтобы вырастить, да? Чтобы вырастить, да. А раньше, до революции, у старообрядцев была специальная посуда. У них было два вида посуды, которые хранились в разных шкафах даже. Одна посуда была для своих, для старообрядцев, а другая была для неверных, которые считали обычно православных христиан. А бывала еще более интересная ситуация. Дело в том, что старообрядчество, оно жило по такому принципу, что не может согласиться, что не баба, то толк. Вот, и в результате получалось часто, что у них разделения происходили в семье. И там муж принадлежит к одной секте старообрядческой, а жена к другой секте старообрядческой. И там возникали коллизии, когда в семье муж и жена ели из разных тарелок, из разных наборов еды специальных, да, чтобы якобы не оскверниться. Вот это такая, вот такое совершенно дикое представление, оно является чистым фарисейством, которым, к сожалению, подвержены и некоторые христиане, потому что они пытаются все эти свести к внешним, а не к внутренним. Очень многие люди пытаются как раз все христиан свести к внешнему набору таких вот, знаете, набор запретов, которые вот гарантируют его внутреннюю чистоту. Это чистое фарисейство, классическое фарисейство, как он в Евангелии описывает. Сделай то-то-то-то, ты будешь гарантированно спасен, и ты будешь совершенно чист. А внутренностью заниматься не зачем. Вот у меня, мне приходилось делать работу по одной псевдо-православной секте, и там вот, понимаете, это секта такой, кимонах Симон, он прославился тем, что он создал 7 томов грехов. Причем я видел эти тома, пролистывал, каждый том вот такой толщины, представляете? Полное собрание сочинений грехов вот такой, такого размера, представляете? Вот. Да. И вот и по этим 7 томам грехов он проводит такую систематическую исповедь, такую, считает, что таким образом можно вычистить вот, человека. На самом деле, конечно, никто таким образом не вычищается, потому что настоящий исповедь заключается не в подборе внешних каких-то норм, а в исправлении сердца, которое от такого количества грехов только хуже становится. Человек в отчаянии падает, в уныние, и решается возможность исправить все, что у него есть. Вот некоторые думают, что надо вот взять, на всякий случай во всем покаяться, и все. И Господь очистит, и все. А то вдруг мы в чем не покаемся, и сразу же там Господь нас там, за это взыщет. Но надо помнить, что Господь принимает покаяние неформально. Господь не смотрит на внешнее перечисление греха, просто внешнее. И, кстати говоря, сам человек это понимает, объективности ради. Понимает почему? Потому что бывает, знаете, такое явление, когда человек пытается в одном и том же грехе там несколько раз покаяться. Это ощущение связано с тем, что человек чувствует, что у него не происходит очищение из-за чего? Из-за того, что человек внутренне не захотел расстаться с этим злом, понимаете? У него не происходит внутреннее перерождение ума и сердца.
но пытается просто внешне формальным образом от этого греха откреститься. В результате получается часто, что у таких людей христианство сводится к чему? Потому что человек просто занимается коллекционированием грехов, ну как вот эти семитомники, да, вот такие составляют. Вот. И совершенно забывает о том, что, например, нужны добрые дела. И вот фарисеи Красно Христа обвиняют в чем? Он удивился, что тот не сначала не умылся перед обедом. То есть не совершил ритуальное омовение перед обедом. Сказал же Господь ему, сейчас вы, фарисеи, извне, внешней чаши и блюда очищаете, а то, что внутри вас наполнится грабительством и злобой. То есть вы занимаетесь тем, что вы чистите только внешне, только вы собираетесь очищать только тело. Но вы и ваши, собственно говоря, и ваш ритуал, он связан с омыванием там. Все посуды, там все вымывать нужно, там чистая, должна быть там абсолютно ритуально чистая посуда. Вот, ну, то, что внутри, вас не касается, вас это не интересует. А внутри вы на самом деле полнитесь, говорит Господь, переполняетесь грабительством и злобой. То есть вы грабите других людей, злобитесь на них, ненавидите их. Вы не считаете, что если вы соблюдете формальный ритуал, у вас с Богом все отлично. Как у нас русский говорит, чините, отлично, да? Господь совершенно на вас смотреть не будет. Не получится, Господь говорит. Разве не знаете? Неразумный, говорит Господь. Разве не тот, кто сотворил внешнее и внутреннее сотворил? Один тот же Бог сотворил и душу, и тело. Один автор всего человека. Не так, как думают там сектанты. Различные, что там один есть Бог, старейший тело, а другой Бог, старейший душу, как думают манихеи. Или не так, как думают эволюционисты, что там душу створил Бог, а тело из обезьяны произошло. Нет, Господь говорит, и душа, и тело сотворены одним Богом. Один тот же Бог создал всего человека. И раз так, то он смотрит тоже на всего человека, понимаете? Он правит всем человеком. И ваше внешнее очищение вам не поможет, если вы внутри будете полнить грабительством, хищением и злом. Если ты злобный, но при этом исполняешь строго все твои правила, это все бесполезно. Абсолютно бесполезно. Не нужно это никому. Понимаете? Как Господь говорил, ну, не пророк Исаия, он говорил, зачем вам ваши посты? Вы поститесь, чтобы злобиться и дерзко рукой избивать ближнего. Неужели вы думаете, что такой пост будет услышан на высоте? Нет, говорит Господь, я отвергаю такой пост. Я отвергаю такой подход. Внешне не способны изменить внутреннее. И очень важно, что Господь говорит, нужно смотреть за всем. Нужно очищать, в первую очередь, внутреннее содержание души. Пост должен этому только помогать. Если он этому не помогает, он бесполезен. Не нужно. Как говорил отец Тихон Агриков, он говорил, что когда его спрашивали насчет поста, он говорил, благословляю вам поститься от печенки. Какой ты хочешь печенки? От печенки ближних. Понимаете, да? Вот это как раз тот самый пример. То есть нельзя внешнего заменить внутреннее. А как это сейчас популярно? А это непонятно, да, почему? Гораздо легче сделать внешнюю обрядность, соблюсти, так? А внутреннее не трогать. Внутренняя болезнь, там нужно себя менять. Понимаете? Нужно с собой бороться. А тут зачем? А так ты довольно замечательно, все здорово. И Господь говорит дальше. Ну вы вам, фарисеям, потому что вы отдаете в десятину мяту и руту и всякий овощ, а проходите мимо суда и любви Бога. То есть вы даете десятину даже с того, что вам не поверят. То есть, значит, что Бог повелел давать десятину всего имущества на храмы, на священников и на милость. Вот. И фарисеи, будучи, они были таким вредителем внешних законов. Закон справедлив, потому что он предполагал, в чем духовный смысл этого закона. Потому что человек понимает, что все, что он имеет, дано от Бога и дано ему не для чего иного, а чтобы служить Богу. Как говорил Иоанн Златоуст, ты богатый, ты должен помнить, что Бог дал тебе богатство, чтобы ты как можно больше кормил бедных. Понимаете, да? Вот, а не то, что ты там себе просто обстраивался коттеджами. Можешь строить коттедж сколько хочешь, но при этом должен кормить при этом как можно больше бедных. Один коттедж, там, 100 бедных. Хочешь 10 коттедж, пожалуйста. Сколько там получится? 1000 бедных.
И, пожалуйста, и так может там что угодно делать, да? Может самолеты покупать, ну, на самолет там 10 тысяч билетов кормим. При этом, понимаете? Вот. И так вот будет нормальный подход к богатству. И вот, собственно, в этом был смысл десятины как таковой. Фарисеи внешние, содержание десятины, они довели до идеологического конца. Да? Они стали давать десятину не только с обычных доходов, но и из того, что у них на огородах росло. Там, и с мяты, и с руты, они там конкретно брали там 10 стебельков мяты. Один в десятину там. Рута там у них выросла, один стебелек руты в десятину там. Там, да, 10 огурцов выросло, один вырос в десятину. Вот. Формально нормально все. Но при этом они прошли мимо, не заметили из-за такой щепетильности к внешнему. Не забудьте, заметили маленькую-маленькую вещь. Правосудие и любви к Богу. Они забыли, что нужно быть правосудным к ближним. Что нужно справедливо относиться к ближним, понимаете? А к ближним относиться поэтому совершенно несправедливо. А, кстати, да, на самом деле Господь очень точно заметил. Вот есть такая болезнь у щепетильных людей, они при этом совершенно нетерпимы к окружающим. Замечали, может быть? Человек, который очень в мелочи копается, он всегда говорит, а он пытается к другим, других тоже заставить делать. Ты обязан, ты должен сделать то-то-то-то-то по списочку. Как ты смел это не сделать? Сейчас... И начинается там скандал, злоба и ненависть, да? Очень известное явление. Господь его прямо обличает здесь. И отбросили суд, да, вы отбросили справедливость. И отбросили, главное, любовь к Богу. Знаете, любовь к Богу отбросили. То есть вы не как к Богу любовь отбросили, а божественную любовь, которую вы должны иметь, вы отбросили. Даже не то, что отбросили, не совсем точно. Прошли мимо. Вы просто даже не заметили, что такая бывает. Да, что такое в принципе есть, да. Ну, Божий нету, какая любовь может? Да все. У нас главное все, ритуал соблюдили, все. А Бог по Божьей любви, да зачем? А что, это надо, что ли? Вот, или один мне сказал, такой деятель, ревнитель, ему говорит, любовь Божия, она не для 21 века. Вот. Сейчас нужно с тонами бороться, вот, сейчас нужно там церковь перестраивать, там от врагов очищать. А любовь же это все, масон с либералами подсунул. Дословно, представляете? Вот прямо прямое слово слов Господа. Как Господь сказал, вы прошли самое важное. Суд и вера. И суд и любовь Бога. Господь говорит, от этого надлежало делать, и того не ставить. То есть, да, в первую очередь, что надлежит делать? В первую очередь, заботиться о правосудии, справедливости в отношении к ближним, и чтобы их любить. Почему это в таком порядке? Потому что без справедливости настоящей любви не будет. Будет или попустительство злу, да, или будет любовь к фантазии. Бывает, как заметил Льюис, хорошо, что самое удачное дело бесов, когда человек искренне молится об матери, и помнит сразу же, когда его мать сразу начинает его ругать. Вот, страшными словами. Вот это самая удачная молитва с нашей точки зрения, как дело. Вот, это действительно, кстати, знаменитые такие явления, знаете, да? Значит, не молишь, а вот как ему отдашь-то? Мало не показалось. Вот. И Господь поэтому говорит, начинает она с справедливости. И даже в деле воспитания детей, ну с чего надо начинать? Начинает она с справедливости. Понимаете? Потому что у нас сейчас вот, даже в обычной отношении к детям как будет часто? Вот там любименький, он такой бедный, вот его нужно пожалеть. Вот мой любимец такой. Поэтому там, Ваня, вот. Вот, видишь, у тебя там сестра, она такая бедная, несчастная, должен ее пожалеть, ей должен там отдать. Права, не права, это не важно. А нужно, чтобы ей это отдать, потому что она такая бедная, несчастная. Вот. И таким образом, мать так и говорит, ну я же справедливость, я же там любви учу. Никакой любви на самом деле такой человек не учит, а любит учит только чему? Он учит только злобе и ненависти на самом деле. И это не любовь, это фальшивка. Господь говорит, в порядок, именно который Господь дал. Суд и любовь Бога. На одной справедливости тоже нельзя ничего построить, так? А это она превратится в такую в сухость, которая уничтожит человека. Должен быть суд, который сопровождается любовью. Но и того не нужно оставлять, Господь говорит. Не надо оставлять десятину. Платить десятину, Господь говорит. Господь не отменил десятину, которая была дана в Ветхом Завете. Действительно, и на Западе христиане до сих пор десятину платят. Протестанты, католики. Вот, а в Руси обычно бы десятину платили правители. А потом платили уже и сами христиане. То есть эта норма она осталась, но она подчинена главной норме, да, вот суду и любви Бога.